Всем доброго времени. Давайте мы сейчас сделаем такой расклад. От кого вам письмо, да? Что хотят вам передать? От кого вам письмо? Будем смотреть на один вариант, такое всеобщее, да, послание. От кого вам письмо? Я напоминаю, единственное, что мы сейчас не будем никого загадывать, никакого человека, просто мне пришло вот в поток, в голову такой расклад почему-то вот посмотреть, да? То есть, кто отправляет вам письмо, кто хочет с вами поговорить. Мы сейчас посмотрим. Получается. Если вы видите, что расклад ваш, ну, отлично. Если нет, ну, значит, можно посмотреть другие расклады или обратиться ко мне лично. Давайте смотреть. Кто отправляет вам письмо? Знаете, тот человек, который либо потерял все свои финансы, да, отправляет вам письмо, либо человек, у которого просто какой-то страх, у него проблемы с финансами, он потерял свои ресурсы. Здесь человек, который действительно, да, он в потере своих финансовых ресурсов. Или же он в шоке от своих действий. И он с вами хочет встречи. Надо же, человек, который хочет с вами встречи. Ему не хватает денег. Он тут как потерял свои ресурсы, свои финансы. Знаете, может быть, ему и не хватает вас энергетически. Но денег не хватает тоже. Почему-то очень интересно. Человек, который потерял ресурсы, у него нехватка денег и также нехватка, в принципе, вашего общения. Это бывшее. Смотрите, тут очень интересная ситуация. Почему-то я вижу татуировки. Бывший может работать татуировщиком. Или же все-таки татуировки просто есть у вас. Ну, понятно, они есть у каждого, возможно, через одного, да. Но здесь что-то связано с татуировками. Либо вы с ним обсуждали татуировки. Человек однозначно вспоминает ваши встречи, но он как будто бы бедный, бедный в деньгах. Энергетически он тоже ослаб, ему не хватает вас, он вспоминает ваши наряды, которые вы носили постоянно, да. Вот, что-то связано с платьями, может, на вас был одет корсет. Видите, этот человек, он интуитивно чувствует вас, вы тоже интуитивно чувствуете его, но в прошлом, это бывшее, но в прошлом, вот он отправляет вам письмо, что он сосал с вас энергию. Здесь немножко так, вот рассказ, да, о вашей жизни, о ваших отношениях, здесь пока бывшее. Бывший, который может, кстати, быть с сильной интуицией. Он почему-то говорит, что я же вот сосал с тебя энергию, и тебе это нравилось, бывший. Вот это бывший у нас тут отправляет нам письмо, бывшее. Да, знаете, вот тут и женщина у нас вышла, которая вам отправляет, перевернутая, да, такая карта. Смотрите, очень интересно, надо же, тут родственница тоже какая-то отправляет, будем смотреть сейчас. Вы знаете, такие перевернутые родственные связи, может быть, у вас просто сейчас нет общения, кто она вам, тут родственная прям вышла, вот один бывший родственница отправляет вам письмо. И перевернутая, то есть у нее мысли перевернутые, вы не общаетесь с ней сейчас. Идет какая-то вражда, какая-то война, или же просто общения нету. Вот отправляет вам письмо, что есть у вас какие-то недопонимания. Перевернулись у нее какие-то стереотипы, мысли о вас перевернулись. То есть что-то такое вот. Кстати, то есть какой-то обман, она рассказывает об обмане. Сейчас я посмотрю. Тут тоже воровство денег, воровство ресурсов. Может быть, хотела, в принципе, быть как вы, но она видит тут о щедрости и обмане почему-то рассказывает. Она обнуление, что-то говорит про обнуление, то есть сейчас я скажу. Как-то не согласна она с вами, эта родственница.
настроена как-то негативно. Может, не согласна, что, допустим, у вас деньги. Тут бывшие, тут родственница описывается, да. То есть не может она отпустить ситуацию, что у вас есть деньги, скорее всего. Тут деньги, 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 обман, деньги, деньги. И она говорит, что... Смотрите, вот эта родственница сама говорит... Ты кто, блядь? Под окном мы гуляли вечером. Вот у нее разбитое сердце почему-то. Разбитое сердце из-за того, что она не может отпустить ситуацию с вашими деньгами, с вашей удачей, да. То, что у вас удача. То есть, ну, скорее всего, она хотела быть удачливой, удачливее вас, но не смогла. А вообще, такой надо делать порчу. Желательно вообще на деструктив. Потому что, скорее всего, она хотела воровство сделать ваших ресурсов, да, определенно. Так, сейчас я в окно там заглядываю, кто ходит. Окей. Кто еще отправляет вам письмо? И она, кстати, может вас как-то оболгать или говорить за вас что-то. Человек, который ушел, отправляет вам письмо. Сейчас посмотрим, что за человек. Но это может быть, кстати, также и бывший. И... Да, человек, который трудно ушел, отправляет вам письмо. То есть человек, который ушел, кто ты? Вот у нас, видите, по-нечестному ушел. Здесь, скорее всего, бывший какой-то, да, тоже вышел. Ушел, обманул, трудно, тяжело, плохо, очень сильно сейчас влечет. Есть женщины, вот он, да, влюбленный, ну, тоже предатель. Предатель бывший, который вас бросил, и сейчас его тянет. Он уже со всеми перегулял, он рассказывает, да. Вот, и хочет вернуться. Так, а вопрос, нахера такой нужен сейчас? То есть он ушел в себя, хочет вернуться. То есть бывший, который ушел, нагулялся, перегулялся, отправляет вам письмо, да. То есть я нагулялся, я хочу вернуться. Вопрос, да, нормальная женщина примет такого обратно человека? То есть он рассказывает о том, что влюбленный, скорее всего, опять. Кто еще? Что переживает? Это он рассказывает. Еще какой-то влюбленный мужчина тоже в вас, но это, скорее всего, тот, который следит за вами в интернете. Он поет о любви, он рассказывает о любви. Он, скорее всего, следит за вами где-то в интернете. Возможно, у него есть два аккаунта. Тут, кстати, даже два влюбленных мужчины за вами следят, наблюдают. Один свободный, другой нет. Тоже отправляют вам письмо. Но это мужчины, с которыми вы не были в отношениях серьезных. Вообще не были с ними в отношениях. Один по знаку зодиака лев. Они говорят, что видят вас ресурсной, богатой, не только финансово, но и духовно. И, кстати, тут есть человек, который хочет забрать ваши финансы, ресурсы, монетку к себе выкрасть. Я не знаю, не вижу пока, кто это, но желательно ставить защиту на финансы. Кто-то, вот еще какой-то человек под маской идет, а ему очень тяжело, он печалится просто потому, что он просто говорит сейчас, что мне очень плохо, что у тебя есть деньги. Почему-то вот какой-то человек, который под маской сидит, кстати, может быть и родственница, обсуждает тоже вас, вот отправляет вам письмо, что... Вот обсуждает, да, вас, человек этот, пьет очень много, отправляет вам письмо, я пью очень много, и мне тяжело, что ты, в принципе, с деньгами. Но это может уже бывший муж у кого-то может быть, да, который проиграл суды, допустим, такое тоже может. Тут еще покойный ваш родственник говорит, что он ваш ангел-хранитель, да, вот, да, его уже нет, это карта смерти. Он ваш ангел-хранитель. Он отправляет вам письмо.
пытается предупредить вас, чтобы вы не попали на обман алчных людей, которые все-таки охотятся за вашими деньгами. И они рассказывают, что какая-то рядом женщина общается с тобой только ради денег почему-то. Я не знаю, тут умерший родственник пришел на связь и говорит, не веселись с женщиной, которая общается с тобой ради денег. Я не знаю, поймете, по-моему, это послание, если кому нужно будет. Но тут какой-то умерший родственник. Кстати, может быть, у кого-то мама. Ну, она прям рано умерла. Лет 50 или 45 покинула, да, вот мир. Что-то такое, что-то с этим связано. Человек отправляет вам какое-то письмо, который в дороге едет, или работа у него постоянно в дороге. Сейчас посмотрю, кто это. Кто это? Такой негативный человек. У него может быть раздвоение личности. Он болен психически. Ой, ну тут, знаете, победу хочет вашу забрать. Я не знаю, тут прям вообще на пороге. Победу считает, что деньги, которые вы заслужили, они все не ваши, это нужно только ему, все деньги нужно ему отдать, вот, прояснение отношений ему нужно с вами, да, но он такой накаленный какой-то, это может быть как и родственник, так и бывший. Все, на этом я расклад заканчиваю, кому нужна моя личная помощь, можете обращаться ко мне на WhatsApp, всем добра, не болейте.